целых 568 лет минуло с тех пор, как на живописном берегу реки Пахра появилось селение Ладыгино. С тех пор сменилось несколько названий, и сейчас это место известно как поселок Володарского. В честь дня его основания состоялся праздничный концерт, который открылся исполнением неофициального гимна Володарки. Между лесом, солнцем и рекою, утопая в травах изумрудных, с новым веком сверив шаг легко, расцветает наш поселок чудный. В течение праздничного вечера на сцену выходили талантливые артисты. Их душевные песни и зажигательные танцы с легкостью покорили володарцев. Яркие номера представили фолк-группа «Млада», студия вокального мастерства «Миллениум» и хореографический ансамбль «Надежда». Этот коллектив своими победами на всероссийских конкурсах уже давно прославляет поселок Володарского по всей стране. Прозвучало и много теплых, искренних слов. Поздравить жителей приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Самое главное, что здесь живут абсолютно небезразличные люди. Поселок растет. Мы понимаем, что поселок благоукрашается. И именно руками небезразличных людей он становится с каждым годом красивее. Впрочем, день рождения – это не только веселый праздник и прекрасное настроение, но и подходящий момент, чтобы строить планы. Многодетная семья Мальцевых живет в поселке Володарского уже 8 лет. Светлана и Семен поделились с нами своей сокровенной мечтой. Мы планируем на самом деле 5-го ребенка, потому что семья – это семья. У нас пока 6, поэтому мы планируем 7-го, и Володарка, она способствует этому. Это безопасное место для деток, для нас и для нашей семьи. В этот вечер своих чувств к малой родине признавались все. Судьба Марины Цветковой навсегда переплелась с Володаркой. Здесь женщина родилась, тут живут ее дети и внуки. Замечательный поселок. Отсюда уезжать не хочется. Вот Москва совсем рядом, никогда не прибыла в нем? Нет. У меня муж с Москвы, но живем мы здесь. Поэтому здесь все условия. Я люблю свой поселок. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.